Вопрос. Почему мастурб... Кстати, большое спасибо. Видите, я упоминаю имя этого человека. Хочу вам сказать, что я не считаю, что этот человек плохой или хороший. Мне, собственно, все равно. Я не оцениваю этого человека, я не имею права этого делать. Каждый человек живет и говорит то, что ему хочется. Но также я не собираюсь хайповать на его имени, потому что я не буду говорить о том, какой он не такой или такой, потому что это все сплетни, и они мне не нужны. Это уважаемый человек. Если он помогает тысячам, пусть эти тысячи будут довольны. Дай бог, чтобы никому не вредил. А я, в общем-то, обычный человек. Еще раз хочу сказать, что я отвечаю на те вопросы, которые написаны у него на сайте, и они в тексте на первом месте. Ну, ему задают вопрос, на который мне тоже, наверное, можно ответить. Почему мастурбация — это не вопрос морали? Вот ему задают такой вопрос. Я же хочу вам сказать. Заниматься мастурбацией, онанизмом, человек фактически предает отношения, которых еще нет. То есть, по моему мнению, он предает продолжение рода, он предает ту женщину, которой он может посвятить это семя. Женщина предает таким образом будущего мужа, как бы изменяя с неизвестным партнером, там, изменяя с кусочком резины или еще с чем-то. Я же, как человек, в общем-то, моральный, хочу сказать о Евангелии, о серебре, которое было прообразом, наверное, серебро, которое было прообразом предательства. Зачем необходимо было Иуде 30 серебряных монет? Они необходимы были Иуде, потому что он хотел на них, на эти деньги, развлечений, скорее всего, потому что, видя, как жил Иисус Христос, он жил в посте, в дисциплине и так далее. Но, видя, как он жил, чего не хватало Иисусу Христу? Ну, мы же нигде не заметили толкование о том, что рядом с ним находилась жена, с которой он бы спал и так далее. Не было нигде сказано о том, что они накрывали огромные столы, за которыми ели первое, второе, третье, компоты, котлеты. Не было шашлыков с армянами, не было цыган с обозами, медведями. В общем-то, праздника не было. Но зато были молитвы, зато были исцеления чудесные, зато были чудеса. Ну и чего хотел Иуда? Он хотел развлечений. И что он сделал? Он предал кого? Он предал самое доброе, самое прекрасное, самое теплое, что было в его жизни. Он предал душу. Таким образом, он предал своего Господа. И из-за этого, я считаю, это одной еще теоремой, наверное, или таким, наверное, теософской доктриной чтения Евангелия, где семь заповедей заканчиваются несказанной заповедью о предательстве, о том, что предавать это нехорошо, о том, что предатели все равно пожалеют, потому что история с Иудой плохо закончилась. Именно поэтому я не разделяю вопросы, наверное, которые разделяет Садхгуру, это не мое дело, опять-таки, который говорит, что мастурбировать можно, это не вопрос морали. Я считаю это вопросом морали и считаю это предательством, хоть таким и, наверное, мелким таким предательством, но предательством своего будущего. Предательством с омрачением того человека, который может быть рядом, не начав, уже продал. Это, знаете, как не видя жену, тысячу раз ей изменить. Но считаю, что вопрос морали в этом может присутствовать. Опять-таки, кто-то может разделять это мнение, кто-то не разделять.